Третья суббота каждого месяца уже на протяжении года обязательно меняет тематику и наполнение экспозиционного зала музея Брест-Театральный. Происходит это в рамках проекта «Мировые легенды в коллекциях наших горожан». Прошел год, когда мы задумали этот проект, который рассчитан на 25 месяцев, то есть до сентября 2019 года, к тысячелетию Бреста. Вот и в этом проекте мы хотим не просто рассказать как бы интересные какие-то вещи, показы, а и показать, что в городе очень много интересных людей, которые что-то собирают, чем-то увлекаются. Вот это вот, наверное, цель нашего проекта и есть – показать замечательных людей нашего города. Новый маршрут – история развития швейных принадлежностей. В центре внимания – наперстки, предмет, без которого не может обойтись ни одна настоящая рукодельница. Раньше их, безусловно, использовали чаще, но и сегодня наперсток – важный инструмент для качественной работы. О своей коллекции металлических колпачков рассказала гостям брестская рукодельница Галина Масюк. Те наперстки, которые рабочие, были у меня всегда, просто однажды муж подарил мне красивый серебряный наперсток с драгоценным камнем, ну так, чтобы меня порадовать. Ну, потом к нему как-то присоединился другой. Ну, когда их уже два, таких вот особенных, когда не каждый день я ими работаю, потом добавились еще. К родственникам добавились друзья, которым тоже хочется меня чем-то вот удивить. И они, откуда-то приезжая, тоже привозят наперсточек. Поэтому оно так естественно, плавно перешло уже в маленькую коллекцию. Третья майская суббота. Приоткрывают завесу тайны. Организатор инициативы будет посвящена спорту, что логично в преддверии чемпионата мира по футболу. К слову, темы выставок определены вплоть до нового 2019 года. Но говорит, мы не коллекционеры, просто собиратели, потому что ну, у кого-то есть большая коллекция, у кого-то там может 3-4 предмета, но они настолько достойны. Как я говорю, Джоконда Леонардо да Винчи, она одна находится в зале, но она достойна, может быть, всего Лувра. Поэтому, говорит, о количествах не важно, а главное, говорит, о качестве того предмета, который он собирает. Тем, кто увлекается собирательством, присоединиться к проекту еще можно, однако стоит поторопиться. Свободных мест месяцев осталось не так много. Напомним, рассчитан проект до сентября 2019 года.